Такси с пассажирами двигалось по улице Советской из Индустриального в сторону центра. В районе бывшего Туриста путь неожиданно преградил Nissan X-Trail. Как говорит водитель такси, чтобы избежать столкновения с машиной, он предпринял резкий маневр, вывернул руль вправо, не удержал управление и выехал на тротуар. Сначала зацепил пешеходов, а потом припаркованную около автомагазина Honda. В результате дорожно-транспортного происшествия 3 пешехода получили телесные повреждения. Это 2 молодых человека 1998 и 2002 года рождения, а также женщина 1956 года рождения. Пешеходы были доставлены в Искитимскую центральную городскую больницу для оказания медицинской помощи. Молодой человек 2002 года рождения, а также женщина, госпитализирована. Парень 17 лет получил сотрясение головного мозга, ссадины лица. Женщину привезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом височно-затылочной части головы. Еще один человек проходит лечение дома. Наказание водителю такси будет зависеть от степени тяжести травм. Это определяет медучреждение. Сейчас по факту аварии возбуждено административное расследование.